канал Репортер. С вами Руслан Верин. Нахожусь я на острове Ванкувер, Канада. Да, оказывается, есть еще остров Ванкувер. Не только город, но и остров. Мой маршрут изначально через него не проходил, но очень много людей мне сказали, что остров Ванкувер, он прям волшебный. Ты должен на него попасть. Ну и я решил, на самом деле небольшая петля, заехать на этот остров. У меня здесь уже буквально в 5 километрах самый южный город этого острова Виктория, с которого я, ну вот 5 километров мне тут ехать совсем немножко. Я там собираюсь садиться на паром и уже отправляться на берега Соединенных Штатов Америки. Сегодня у меня 52-й день пути. У меня заметно потеплело. Хотя влажность, конечно, дает о себе знать. Это по-другому. Реки, папоротники, мох, здоровые, огроменные деревья. Вот такой вот у меня Ванкувер, остров Ванкувер. Так что, ровно 50-й день я был в городе Ванкувер. Город Ванкувер мне очень понравился. Посмотрим, что нас ждет дальше. Началось безумное движение, дорожное движение. Я от него просто уже отвык, но сейчас начинаю к нему немножко опять обратно привыкать. А периодически делаю остановки и захожу в такие дремучие леса, места. Ну вон какие папоротники. И буквально сейчас вот сзади меня, это уже дорога. Сейчас покажем все. Вода на вид очень чистая. Я думаю, что ее пить можно. Но меня смущает то, что это остров. Откуда здесь вода могла взяться? Он же маленький этот остров. И буквально он течет оттуда, куда я еду. Там сейчас будет город. Поэтому не сильно мне хочется рисковать эту пить воду. Хотя в Канаде я частенько практикую пить воду из рек и озер. В Аляске мне местные говорили, что нет, мы эту воду не пьем, она нехорошая, ну там, из всяких рек. А в Канаде наоборот, мне говорят, ну ты точно не заболеешь, пить можешь, мы иногда пьем. Я говорю, хорошо. Вот такое вот 8 декабря у меня. Утро 8 декабря. Не хватает только каких-то диких опасных животных, спрыгивающих с этих страшных деревьев. Нету и хорошо.